Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами Альберт Вескер, а это Close to the Sun. Игрушка хоррор, игрушка приключений, немножко со стелсом. И главное, это прекрасная история на борту шикарного, роскошного лайнера, полного диковинных изобретений. Я считаю, это, наверное, лучшее, что... Извиняюсь, все еще побаливаю пока что. Пью чаечек. Немножко так, немножко подогреваю горлышко, чтобы было нормальненько все. Так вот, я считаю, это, наверное, лучший способ, как говорится, скоротать время. Тем более, надо и нервишки немножко, как говорится, расшатать. А то, извините, все на хороших щах, все солнечно, светло, если мы вспомним Лару Крофт. Надо что-то такое, ну, действительно атмосферное. Как анабиоз, как резидент. И как вы можете видеть, раньше в свое время я играл Close to the Sun. Я ее не проходил до конца. Я ее чисто для ознакомления в свое время запускал. Она мне настолько понравилась, что она очень пугающая. Реально, я решил взять что-то реально страшное, что меня будет прямо... Мне нужно взбодриться. А что лучше меня взбодрит? Только хоррор, причем хороший. Поэтому надеюсь, что вам это понравится, и надеюсь, вы так же взбодритесь, как и я. И учитывая, что я увидел в первых главах, я думаю, это меня все равно тоже взбодрит. Что ж, давайте начнем. Вы уверены? Однозначно уверен. Что ты меня спрашиваешь? Конечно, уверен. Отправляемся! Да, кстати, если что, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, комментарий и подписочку на канал. А также подписку в Дискорде и ВКонтакте, ссылочки найдете в описании. Это я на заранее сейчас говорю, а то потом забудем со страху, и я, наверное, забуду сказать это. Поэтому лучше сейчас заранее. Гелиос сам по себе является технологическим чудом и крупнейшим судном, когда-либо спускавшимся на воду. Он привлекает лучших ученых со всего мира в стремлении ускорить технологическое развитие человечества. Да, только тут не написали, что его создателем был Никола Тесла. Легендарный гений. Настоящий гений. Ой, красота-то какая. Красота, красота, красота. Пролог. Гениальная Ада. Ада Вонг? Главное меню нажать. Будем, мы тут играем с мышкой. Хотя она, в принципе, по-моему, поддерживает геймпад. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. I want to explain everything now, so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios, with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada. Слушайте, интересно. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning, and now need me aboard the Helios. What aren't you telling me? Ну, понятное дело, извини. А что она тебе договорит в письме? Эдисон объявил охоту на Николу Теслу. Я понимаю, почему запрещено говорить. Ой. Да, немножечко, конечно, игра фризит. И она как-то медленно реагирует. Реально, очень медленно. Подождите-ка. Давайте на настройки заглянем. Мышка новая, а я играл раньше со старой. И почему... Я немножко удивляюсь такому управлению. Так. О, качество текстур высокое. Шкала разрешения 100%. Полноэкранный режим сглаживания. А есть русский язык?
Испанский, немецкий, итальянский. Ну, давайте на английском пусть будет. Мне бы... Чувствительность мышки, вот она. Давайте на 4 поставлю, там уж посмотрим. Продолжить. У меня сейчас все стоит на максимуме. То есть... Вот, да, немножко она проседает, конечно, игрушечка. Может, конечно, если настроить... Да, знаю. Ты ничего не подготовил, ты опять, как говорится, с настройками возишься. Нет бы, сделал все заранее. Ну, почему бы нет? Зато посмотрите, какие лучше для вас настройки будут оптимальные. Качество теней... Давайте я их на средний выставлю. Эффектов тоже. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Ну и, наверное, на среднее. Почему бы нет? Продолжить. Я думаю, сейчас должен стать получше. Ну, хотя бы, кстати, вот сейчас стандартно, и я могу более-менее нормально двигаться. 15-16 FPS для записи. В принципе, неплохо. Я думаю, так и оставим. Знаю, если какие-то детали меня заинтересуют, мы сделаем их более четче, но тут... С этим проблем не будет. Так. Изучить. Гелиос. Триумф инженерной мысли во благо научного прогресса. Присоединяйтесь к команде Гелиос. Обращайтесь в ваш местный офис Верденклифф. Ворденклифф. Так. А есть что-нибудь на обороте? Ребят, если кто помнит, когда мы с вами изучали нашу новую мышку и наши настройки, то максимальные настройки по, ну, DPI, вот эта кнопочка-то. Ух ты, какое море. Красота. Слушайте, я только сейчас обратил внимание. Ой, какая погодка атмосферная. Мне это очень нравится. Так вот, что я хотел сказать-то. Welcome aboard. Please, where the official heroes out provide by Wondersclive. Please leave your hardest and personal belongings in the suitle. Everything will be automatically transferred into your personal room once a signer. Понятно. Все понятно. Вам понятно? Ну, не страшно, не переживайте. Поехали. Так. Можно? О, спасибо. Слушайте, какая хорошая... Слушайте, мне прямо нравится этот кораблик уже. О. Le petit Paris. Черт, у меня уже левое ухо начало болеть. Это французский. Ненавижу французов. Без обид, французы, просто у меня от вашего языка реально режет ухо. Единственное здоровое ухо. Это чисто природное в моей семье. Не обращайте внимания. Ну как, знаете, как у волк и заяц. Природа и враги. Тут то же самое. Ничего тут такого личного нету. Итак, британский флот в погоне за Гелиосом. Предполагаемое похищение выдающегося математика взволновало мир. Мы требуем вернуть его, заявил премьер-министр. А если математик сам не хочет? Ну, прибыл он на Гелиос, а ему понравилось. Девушки красивые, умные, стеснительные и не мегеры. Да почему бы нет? Вондерклифф отвергает обвинение и заявляет, что Максвелл присоединился добровольно. Международная группа дипломатов собирается, чтобы урегулировать растущую напряженность. Хм. Если этот корабль словно восторг, то это будет забавно. О, ой, Никола Тесла, один из моих почитаемых реально людей. Я уважаю этого человека. Жалко, что его технологии не прошли вперед. Надеюсь, хоть с моими все будет нормально. Гелиос.
завоевание новых научных рубежей под руководством самого Никола Теслы. Изобретайте и применяйте инновации на практике без ненужных ограничений со стороны богачей и политиков. Это мечта моя. Извините, я немножко расплакался. Это реальная мечта всех ученых. И моя тоже. Ух ты, пепельница в форме шестерни. Не одобриваю, но в крайнем случае это можно всегда как-нибудь использовать, если нужно что-то починить. В принципе, относительно экономично. Так. Что ж, пойдемте. Sea waves conquered by radio waves. Автоматическая система транспортировки. Мне нравится. Сервис. Заперто. Обидно. О, вы посмотрите на это судно. Все, я нашел хороший принтскринчик. Беру. Беру со всеми потрохами. Слушай, 20-20, FPS 22. И это в морской шторм. Слушайте, мне нравится. Я доволен. Я полностью доволен. Так, подождите, а если я на это нажму? Ага, это запирает. Нет, ну в принципе правильно, а то мало ли потонет. Тут и окно есть. Я не обращал внимания. Так, а если пойду с другой стороны? Да, я в свое время думал точно так же. Так. Изучим. Гелиус. Большой театр Гелиуса. Отборные развлечения для лучших умов. Я рыбу от счастья, что мы уже туда попадаем. Реально, народ, я большой. Ой, ты что так резко начала не работать, мышь? Мне это не нравится. Мышка, ну-ка давай-ка нормально. Реально, мне это очень не нравится. Мышка начала немножко... Нет, сама мышь нормально действует. Удивление, даже очень нормально. Она рабочая. Но есть проблема. Она почему-то начинает вот сейчас здесь плохо реагировать. Хотя, с другой стороны, привыкнем. Привыкнем со временем. Но учитывая, что мы на этом судне одни, он, я имею в виду, вот на этом конкретном, здесь бояться нам вообще ничего. Так. А, то есть можно было и с той, и с этой стороны. Ну, отлично, идем тогда на верхнюю палубу. О, вы посмотрите. Слушайте, отсюда даже лучше. Беру этот. Луна. Гигантский лайнер. Времен Николы Теслы. Вы понимаете, насколько это шикарный вид? Ух ты. А, нам сюда. Ну, нам и говорят, что нам сюда. Так, а как открыть? Где дверь? Так, вот она. Откройте мне дверь, пожалуйста. Так. Походу на эту кнопочку нужно же. Давайте сначала осмотримся. Знаете, здесь немножко темновато. Ну, для меня, но... Это реально настоящий шедевр. Вы только посмотрите. Подвижные шестеренки, механизмы. Полностью все автоматически. Ганс Фарабельг завидует в сторонке. Ой. А вот зеленые лампочки. Капитан Немо тоже прямо возгордился бы, наверное. Ой. А вот то, что, конечно, вот так медленно все работает, это меня подвешивает. Реально, это меня подвешивает. Ну-ка. Настройки. Причем, кстати, здесь забавно, ребят. Здесь с сохранением такая штука, что... Как бы это объяснить? Вибрация контроллера. Слушайте, может тогда мне потом в следующий раз все-таки... Слушайте, подождите-ка, я сейчас попробую, знаете, джойстиком использовать. Чисто технически. Может получится? Где ты у меня тут валяешься? А, вот, нашел. Я не играл в эту игру джойстиком.
Нет, не играл. Не играл, не знаю. Не пробовал. Но если все получится, я буду доволен. Давайте пройдемся-ка. Получится? Алло? Есть. Во. О, здесь даже есть увеличение. Так, ну-ка. Давайте-ка я пройдусь-ка, немножко потренируюсь-ка. Надеюсь, никто не возражает. Так, нижний триггер. Ой, ты можешь прыгать? То есть мы можем бегать. Это, конечно, удобно, но это, конечно, не совсем то. Ну-ка. Так, игрок. Это меню. Основное задание. Войдите в смотровую кабину и начните причаливание. Пролог. Гениальная ада. Мы нашли пару. Всем собранные предметы 100%. Ага, тут можно собирать. Хорошо. Это прыжок? Ладно. Ага. Если нажимать на X, это закрыть. Но это надо нацеливаться. Ладно. Что делать в B, я без понятия. S. Да. Так. А, это выбрать. А, мы можем просматривать это даже. В общем, у нас полно всего. Это увеличивает. Правый и левый триггер тоже. Слушайте, в принципе, можно, конечно, попробовать играть на нем. Но учитывая, что в этой игре нужно будет убегать от всего, я... Хотя, с другой стороны... Учитывая, что мышка немножечко как-то... Скорее всего, это дело в настройках игры. Она, видимо, подделалась именно под джойстик. То есть она не предназначалась изначально под что-либо еще. Давайте попробуем почитать еще внизу документ. Да, знаю. Бесит. Ну, потерпите. Мне нужно адаптироваться к управлению. Мне нужно немножко адаптироваться. Изучить. Ага, Б это стандартный назад. Знаете, это, конечно, интересно. Джойстик реально очень удобен. Но есть одно но. Он неудобен для меня в данном случае. Реально, он вообще для меня неудобен. Я лучше, наверное, мышку использовать буду. Если вдруг что, мы перейдем на джойстик. Но мы хотя бы знаем, что он будет работать. Да, знаю. Мучаешься, не определился ни с чем вообще. Ну, молодец, Альберт. Ни черта не определяешься. Ну, извиняйте уж, извините меня. Что вы от меня хотите? Таков уж я. Таков путь. Мне удобнее мышкой пользоваться в такой игре. По крайней мере, на данный момент сейчас. Может быть, переключимся потом обратно. Давай, отправляемся. Садись. Я просто хочу изучать эту игру. Изучать каждый ее уголочек, понимаете? Это сложно объяснить, но мышь для меня в данном вопросе куда лучший товарищ будет. Главное, чтобы игра не висла. Походу, она сейчас немножко подвисла. Ладно. О. Только заговорила. И все заработало. Прекрасно. Storm in the Tikuv presence. А
арт-директор Фредерико Беллинчери, креатив директор Карло Иво Алимо Бланчи. Извиняюсь, если я неправильно произношу. Если неправильно. Надеюсь, правильно. Технический дизайнер Фабрицио Мароччино. Гейм-дизайнер Джоэл Накалакс. Или Хакалакс. Ну что, заглянем Гелиосу в задницу. Это задница, это карма, если что. Мьюзик и Феникс Андреа Римини. Project Manager Роберто Семпребене. Слушайте, шикарные титры. Close to the Sun. И я даже завидую. Реально, я сейчас сделаю анимацию, вы сами знаете, но кажется, мне еще как далеко от такого качества. СВП Гелиоса. Система внутренней пневмопочты позволяет всем отделам судна осуществлять эффективное общение без необходимости ходить по суду. Пневмосистема с разреженным воздухом посылает контейнеры с письмами и записками с одной палубы на другую. Она все еще работает. Подождите, как понять, она все еще работает? Я не совсем понимаю это понятие. Вы хотите сказать, что там что-то не работает? Это, извините, судно Николы Тесла. Там все должно работать. Игра уже нам спойлерит все. И нам игра все спойлерит. Там все спойлерит уже. Красота. Так кому я говорю? Я имею в виду в том плане... Я сам ходячий спойлер. Ай. И надо будет, походу, сделать паузу, потому что у меня скоро кончится чай. Чё-то я пропустил. Ладно. Если кто что, поставить на паузу, почитать, потому что я реально пропустил. Глава первая. Владение Гермеса. Нажмите, чтобы начать. Ну, поехали. О, давай, вставай, Тимон. Немножко все подвисло. Так, поднимитесь на борт Гелиоса и установите связь с Адой. Так, Tab это открывает меню. Собираемый предмет. Подождите. Ах, твою же ж! Ребят, я игру проходил первую главу. Просто потому, что там не было сохранений. Все, что вот это вы сейчас видите, это все то, что я собирал в первый раз. То есть игра буквально спойлерит все. Даже если ты ее уже какую-то часть прошел, даже если ты будешь начинать заново, у тебя это все будет на руках. Это издевательство. А где дух авантюризма? Желание что-нибудь найти? Теперь это все есть. Нет, ну, нет. В будущем, конечно, это все будет исправлено. Ну, а сейчас что? Ой, да. О. Это так мило. Все автоматически. Спасибо большое. The Great Helios would be more busy. Оживлённо? I guess Ada didn't tell anyone I was coming. Да нет. А зачем предупреждать? Тут есть фонарик. Нет. Хотя, что я говорю? Начало 19 века. Вот тут только ламповые фонарики. Слушайте, а знаете, походу, может быть... Подождите-ка, я чисто технически хочу посмотреть, насколько быстро работает мышь в таких условиях и насколько быстро работает джойстик в таких условиях. Надеюсь, все меня одобрят и примут в этом вопросе. Так, давай. Ага, все,
отключился? Ой, вообще подвисло. Ну-ка, приходи в себя. Ой. Давайте еще... Это немножко смущает. Неудобно управлять джойстиком. Вот. Знаете, нет, частично это удобно, я не спорю. Тут есть свой такой своеобразный шарм. Причем, кстати, реально судно огромное. Вы посмотрите, это будто огромный бот в городе. То есть тут реально есть все интересное. Тут и другие такие же суда, кстати, пришвартованы. То есть все на автомате. Это я сейчас с джойстика, если что. Красота. Словно я в восторге очутился, только я не под водой. Знаете, мышка, наверное, все-таки, наверное, удобнее. Хотя, с другой стороны, я сейчас впервые играю в джойстиком в таком формате. Может, в качестве эксперимента попробовать джойстиком? Так, ну вот, смотрите, давайте-ка попробуем. На удивление, качество текстур оставляет желать лучшего. Может быть, попробую. Вот это текстура! Все, беру. Беру со всеми потрохами. Хотя у нас начинает фризить слегка, но... Вы посмотрите! Какая текстура! Welcome aboard, Gelios. You are now working with the largest ship ever built. Слушайте, наверное, надо было сбрать все на максимум текстуру. Ого. Inventing the tools of tomorrow and the galleys. Слушайте, может мне, конечно, расплывчато снизить, чтобы было все почетче. Вот это мы читали уже. Ооо. Варден Клиффе, если я... По-моему, это морской термин. Не помню точно, что он означает. О, это контейнер. Большой. Seems like I'll have to let myself in. Ну, а ты что хотела? The ship rat. Объявление розыски. Корабельная крыса. Активный шпион. Изолировать, уничтожить. А есть имя, фамилия, отчество желательно. Причем я не могу перевернуть. Видимо, оборотка нерабочая. Так, а это что у нас? Кто шпион? 3 человека. Есть желающие. Красота, ну хорошо. Перспектива, это прекрасно. Надеюсь, нас за шпион не посчитают. Спасибо. Спасибо, благодарю. Покорнейшее спасибо. Я не ожидал таких... почестей. Кстати, ну, конечно, странновато, что на такой посадочной палубе есть такой переходной мост. Нет, ну реально, это мне кажется немножко странноватым. Зачем? Столько пространства затапливать. Лучше просто подготовить. Ладно, я пойду. Ух ты. Посмотрите на эту красоту. Ух ты! Видите, каждая шестеренка вращается, а мы видим каждый островок человечества. Ну, я имею в виду города.
Интересно, здесь покажут, как говорится, так, сейчас еще пока это Российская империя должна быть, да. Смотрите-ка, Москва, нет, даже не Москва, Киев, по-моему, больше указать. Монголия, Пекин, а почему нас не показывают? Вы издеваетесь, что ли? Мы что, не страна, что ли? Большинство ученых оттуда. Издевательские грозы. Знаете, ребят, я по опыту сужу, что вот такой проем это ни к чему хорошему не светит. Давайте осмотримся. А то помирать без засознанно не хочется. Да, знаю, 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 у меня все уже бумаги на руках. Warden Cliff, a company distributing electricity to half of the world, and yet still hungers for that other half. Смотрите-ка, это я. Долой границы! Никаких ограничений! Хе-хе-хе. Так. Вы здесь. Отлично. И получается, мы сейчас перейдем в 53-й отсек. Это что у нас будет? Security Arena. Комната охраны. Она же здесь пост-офис. Почтовые офисы 2.0. Ясно. То, в общем, сейчас мы в почту идем. Хорошо. Ну, пойдемте. Пролезем. Аккуратно только, а то сейчас захлопнется и кошмар будет потом. Quarantine. What have you got yourself into, Ada? Great. Ну красота. У меня FPS просело. Ужаса. О, сохраночка прошла. Это хорошо. Алло? And everything был yes? Hello? Да, вот знаете, ребят, если вам ничего не видно, поверьте, я в таком же положении. Поэтому давайте мы с вами немножко смухлюем. Так. Разрешение. Тут яркость. Тут нет яркости? Да вы издеваетесь. Дайте мне яркость. Да, ребят, мы с вами в полной заднице. Ну и ладно. Раз в полной заднице, можем наслаждаться тьмой. Поверьте, у меня тут сейчас вообще яркость везде на мим. О. А ты что такое? О, изучить. Паспорт Николаса. Николас Форд. 11 октября, 50-й год. США. Нью-Йорк. Цель визита – артист. Срок пребывания – 21 день. Номер пропуска – NY5515USA. Смотрите, тут тип пропуска как? Я понимаю, что многие не понимают. Но у Теслы, видимо, пропуска были относительно стандартные. Первые буквы — это город отправления, Нью-Йорк. Откуда? Порядковые номера — это стандартный номер количества пассажиров. Скорее всего, это его порядковый номер. А USA — это страна рождения, откуда он. Можем потом проверить теорию. Большинство названий городов на английском я знаю. Ой, главное, чтобы мы тут не померли. Ну, хотя, скажу прямо, здесь нам относительно ничего не грозит, вот в этой зоне. Я ее прошел. Но здесь есть от чего испугаться. Ну, вы поняли, что я хотел сказать на самом деле. Hello? Ну вот, а я примерно об этом. Hello?
Ух ты. А ты неплохо пинаешь чемоданы. Никого я не наблюдаю. Ну давай пройдем. Уф. Ну идем прямо. Чего еще остается делать? Осторожно, мокрый пол. Ладно, я осторожен. Я очень осторожен. Ой, зараза. Очередной нерабочий вход. И мне туда не пройти, только на обход. Ну и ладно, пойдем тогда. Я сейчас со страха буду помирать просто. Отключите два предохранительных систем безопасности, блокирующих работу лифта. Ребят, если кто смотрел фильм «Подъем с глубины», это не я не спойлерю, здесь такого не будет, надеюсь. Но вы же понимаете, насколько мне сейчас страшно, если кто смотрел этот фильм. Hello? Anyone there? Эй! Ну и как мне к нему пробраться? Hello? Я видел тебя только что. Вот ленивая зараза. Кто-то тут был. Ушел. Оставил меня тут в панике. Ух. Тут без разницы, с какой комнаты начинать, поэтому давайте начнем с самой жуткой. Тут все закрыто. Я помню. Hello. Я стараюсь не паниковать. Реально жутко. Мне очень сейчас жутко. Я на джойстике. Привет. Ну да, спасибо. Да нет. Gee, thanks for the warm welcome. Now what have you done with my sister? В таком случае я лучше закрою двери для собственной безопасности. Давайте осмотримся тогда здесь. Ну, красота, тут еще и двери перекрыты. Ладно, осмотримся. Хорошо, что хотя бы Тесла еще в сознании. Изучить. Подразделение внутренней связи. Допрос исследователя Беккера мгновенно сократил распространение конфиденциальной информации между отделами. К сожалению, из-за этого предполагаемый информатор Эдисона затаился. По этой причине мы не смогли продвинуться дальше в своем расследовании того, какие именно сведения удалось получить шпиону. Я прошу вас проявить инициативу для постоянного обеспечения безопасности на Гелиусе. Мы не можем допустить еще одну масштабную диверсию. Одного раза вполне хватило. Я знаю, насколько мистер Т не любит эти мнения. Не любит эти менее изощренные меры. Т это имеет, видимо, Тесла. Но иногда есть смысл применять старые добрые методы. Струтман, офицер информационной безопасности. О, мой коллега. И экономическая безопасность, он информационная. Отлично. Ну, я его понимаю. Эй, Струтман, если что, мы коллеги.
Я не обижу, я хочу помочь. Я прибыл для помощи. Вентиляторы. О. А это что? Знаете, какая газета. Вот знаете, вот включил высокие качества текстуры и получи красоту. Газета The Call. Эдисон отрицает обвинение в шпионаже. Все доказательства косвенные, утверждает Эдисон. Готовится встречный иск. Ворденклифф отказался от комментариев. Тесла не пришел на предъявительное слушание по делу о шпионаже Эдисона. Извините, конечно, он не придет. За ним охотится весь мир. Чего вы решили, что Тесла придет? Знаете, в принципе, давайте с вами относиться к этой игре так. Это хоррорюшка. Но мы в любом случае здесь, скорее всего, будем уже помирать, я это чую. Поэтому давайте договоримся так. Не паниковать. И, да, я буду паниковать за всех, но... О. Какая интересная газетка. Изучить. Экземьер. Французский климатолог Жанна Вильпре... была замечена при посадке на рейсовый челнок Гелиоса. И еще один выдающийся ученый присоединился к постоянно растущей команде Гелиоса. Предотвращена диверсия. Челнок с Гелиоса уклоняется от тарана. Умный челнок. И капитаны не нужны. Надо было Тессе сделать сначала Титаник. Ну, вот я о чем говорю. А, это мусорка. Ну, красота. Мы теперь еще и намусорили. Тесла, извини, я тут намусорил. Кстати... Давайте-ка я чувствительность джойстика немножко вот так вот подкачаю. О, вот это уже по-другому. Вот это уже другое дело. Вот это я чувствую себя словно с мышкой. Когда мышка нормально работает. Походу, игра просто не оптимизирована для мыши. Реально, тут такая тьма. Есть что почитать? Учитывая, что на нас среагировал сам Тесла, я ничему не удивляюсь. Но я многому чему другому удивляюсь. Ладно, давайте сначала откроем проход. А там уже разберемся. Так, это ключ. О, это наша тень. Объявление о розыске. Описание. Химера представляет опасность. Известен под именами Матиас Элиас, Саймон Олдер, Эрнест Хэмсон. Химера... В смысле... Смесь чего-то двойного? Ну ладно, необычно. Okay. One more to go. Ну поехали. Пойдем дальше. Я могу здесь пройти? Нет, это не работает. Куда еще могу пробраться? Ну, могу вот в эту секцию. А тут что у нас? О! Изучить. Сообщение по пневмопочте. Не беспокойся. В ее исследованиях содержится ключ ко всему. Понятно. Cryptic. Who is this message for? Ключ ко всему. Имеется в виду в наших исследованиях? А мы кто сами себе представляем? Можно почитать? О! Смотрите-ка, еще одна записочка. А, это она и есть. А почему ты ее с собой не возьмешь? Полезная, наверное, вещь. Ладно, давайте прогуляемся и в других местах. Ля-ля-ля-ля-ля, я паникую зря. А ну, вылезай! Красота. Это уже мой рабочий кабинет. Джекпот. Подозреваемый находится в карцере. Джекпот. Инфосек. Только что отправил пневмопочту с подтверждением дат и мест. Он шпион Эдисона. Твое чутье снова сработало.
Важно провести все гладко. Нам нужно вытащить из него все, что он знает. И неважно, захочет ли он говорить добровольно. Определенно, эта ситуация влево-влево. Я даю добро на творческий подход. Де Росси, офицер безопасности. О. Равно жутковато. Экзаменер. Никола Тесла нанимает офицера британской разведки для надзора за информационной безопасностью на Гелиосе. И еще один выдающийся ученый присоединился к постоянно растущей команде Гелиоса. А разве он ученый? Хотя, может быть, как и я. Кто знает. Предотвращение диверсии. Челнок с Гелиоса уклонится от Тарана. А, это старые сообщения. Ну или продолжение того же. Так, а это что у нас? А вы кто такая будете? Имя Сильвия Бишоп. Вот, видите, кстати, ладно, сейчас объясню. Дата рождения 8 июля 1960-го, Англия, Лондон, художественная выставка, цель визита 7 дней. Код пропуска ЛО 7542, Инглид, Ингл, то есть Лондон, 7542, Англия. Ой. Ладно, а тут что у нас? Так, а тут надо как-то открыть, да? Знаете, мне так не по себе. Ну-ка. А, влево? Влево. So this is how suspected Edison spies get interrogated aboard the Helios? Wait until my editor hears about this. Ой, а нас сейчас еще ждет скриберы, скриберы. Да уж, чего только не бывает. Ладно, пойдемте наверх. Оф, жутко, конечно. Слушайте, я начинаю бояться. Нереально жутко. Реально, у меня мурашки по коже. Понимаете, я понимаю, что это игра. Но когда ты делаешь это в одиночестве... Ой, вот теперь начинают мурашки по коже. Паспорт Дэвида. Дэвид Бишоп. 4 декабря 1890, 1890 год. Англия, Лондон. Несовершеннолетний член семьи. Пребывание 7 дней. Пропуск Лондон 7543 имел. Подождите-ка минуточку. Так, это его пропуск. Вот. 7542. Сильвия Бишоп. Ага. А ты у нас... Вот, все. Сильвия Бишоп. И... О, мальчишка, вот. Дэвид Бишоп. Они семья. Прибыли одновременно. Ну, логично. Ничего удивительного не вижу. Все вполне нормально. А тут что у нас? О, изучить. Оторванные страницы из газеты. Луч смерти, изобретенный Теслой, сделает войны невозможными. Никола Тесла предлагает принудить все страны к миру под угрозой катастрофического ущерба. Его недавно изобретенное оружие вот-вот будет выставлено на аукционе. Страны по всему миру ищут средства для покупки. Суровое оружие Теслы может исцелить целый... испепелить целый флот. Как по мне, это полное безумие. Нет, я... Ну, вы все слышали про ядерное сдерживание и так далее. Это, в принципе, рабочее. С этим никто не спорит. Но у этого есть много проблем. У этого есть проблемы. Понимаете, в чем суть ядерного сдерживания? В данном случае энергетическое сдерживание, по мнению Тесла, я бы, наверное, сказал в большей степени.
в том, как бы это объяснить... да. А, показалось. Я думал, там кто-то нас встречает. Что хотел сказать? А, так в чем суть ядерного сдерживания? В том, чтобы люди друг друга не испепелили под страхом ужасной смерти. Ладно, идем теперь сюда. Hello, everyone there? Видите, там кусок лифта открыт. Остался второй кусок. Здесь все закрыто. Ух ты, почтовое отделение. Красота, да и только. Ладно, пойдемте навестим. Я со страху сейчас буду с ума сходить. А что еще остается? Только со страху и сходить мне с ума. О! Леди. Эй, почему закрыто? Я леди! О! Джон, хм. Весьма необычно. Ой, какие-нибудь скримеры бы интересны бы дали. Тут закрыто. Знаете, атмосферка очень пугающая. Реально, жуткая зараза. И я лучше закрою-ка все двери за собою. Мало ли что. Мы же не слышали, как кто-то открывает здесь двери, так? Соответственно, безопасность моя под полным контролем. Here are secrets and the key. А, тут нужно знать парольчик. Ну ладно, сейчас узнаем. О. Я могу технически попробовать открыть. Ладно, я закрою пока. Не хочу лишний раз себе нервы портить. Надеюсь, все понимают и согласятся с этим. Зачем себе лишний раз нервишки портить, когда этого не надо? Ага, конечно, туда я и пошел. Эй! Тесла, у тебя тут проблемы с лампочками. Зачем ты у Эдисона лампочки покупал? Integration subject Андре Ланцеко. Bishop Ground. А на обороте есть что-нибудь? А наоборот, ничего не испытано. Не изрисовано. Так, газета. А тут что у нас? Она прыгает, но... Не более. Ага, мы сейчас... Смотрите, вот это Гелиос. Гелиос сейчас в Тихом океане. В Атлантическом океане. Там же, где Титаник. И я начинаю думать о не очень красивых таких совпадениях. Ага. Пруссия. А, извините... А, нет, в России останавливались, видите? Видите вот эту точечку? Самую дальнюю, вот там, куда я сейчас смотрю. Вон там, это часть Финляндии. Финляндия была нашей собственностью когда-то. Румыния. А почему Российскую империю никто не отметил? Мы что, извините, ничто? Даже какую-то Хиву и Туркмению отметили. Ты вроде бы они наши... Тоже как бы по части своей... А... Ну да, видите, там граница пунктирная. Да, они тоже наша собственность. Просто как Румыния, хоть частично, хотя вроде бы и нет. Атаманская империя. Агент разыскивается? Чит-Порф репорт. Пруссия, Франция. Секонд репорт. Второй отчет. Четвертый отчет. А где третий? Фёрст отчет. А, вот третий отчет был в Исландии. Только интересного. Читаю и не перечитаю.
ЦРУ США. Confirmed Edison agents? Seems like their rivalry is alive and well. Да, если кто не знает, в реальности такое было. Эдисон наворовал очень много всего у Теслы. Угу, если кто не понял. До сих пор разработки Теслы засекречены. Хотя, с моей точки зрения, я считаю, что любой нормальный человек нашего сим интеллекта быстро это все дело создаст. Это легко. Но это опасно для вашего здоровья и жизни, я предупреждаю. Почему я все храню в своей голове? Le Petit Parisien. Британский флот в погоне за Гелиосом. Предполагаемое похищение выдающегося математика взволновало мир. Мы требуем вернуть его. А, мы это уже читали. А, что у нас здесь лежит? Почему здесь две газеты? Почему здесь две? Так, о, записочка еще одна. Изучить. Отчет о происшествии. Номер КА-812. В соответствии с процедурой протокола А-12, офицеры встретили челнок из Сиднея по прибытии. Когда же гость не появился, как ожидалось, офицеры зашли на борт челнока для проведения стандартной поисковой процедуры. Гость на борту обнаружен не был. Также не было обнаружено каких-либо предметов, одежды и документов, относящихся к Вондерклиффу. Дальнейший осмотр судна выявил заметную, хотя и не опасную, вмятину с правого борта челнока. Согласно судовым записям, ну это имеется в виду черный ящик, на момент выхода из Сиднея этой вмятины не было. Из этого следует, что возможно во время следования Гелиосу челнок был взят на абордаж другим судном. Это уже 11-й подобный инцидент, только за последний год. Уязвимость наших автоматических челноков требует доработки. Рекомендую нанять безумных пиратов. Это хорошее вложение. А лучше нанять Ганса Фарельберга. Он сделает тебе автоматонов. Это вообще шикарное будет. Так, на чем я остановился? Требует доработки. Регулярно пропадающее удостоверение личности и униформа Вордонклиффа может предоставить Эдисону достаточной информации для создания убедительных подделок. Я еще не получил никаких заверений о том, что принимаются меры для предотвращения повторения этих инцидентов. Де Росси, офицер безопасности. Ну, с технической и информационной точки зрения, Де Росси, в принципе, неплохо работает. О. А вы у нас кто будете? Паспорт Юн Хвана. Юн Хван Чой. 13 апреля 43 года. 1843 года. Корея. Сеул. Научный сотрудник лаборатории. Пребывание бессрочное. СЕ. Сеул. 2315. Кор. Корея. Тогда еще не было Северной и Южной Кореи. Да и вообще, если по чесноку, Корея была частью Японии на тот момент, насколько я помню. То есть, правильнее обозначение Японская империя, я бы сказал бы. Ну, красота. Я еще... Кстати, какой у нас вид? Вы посмотрите на наш вид. Вот это одежда. Ну-ка, можно на свету? Настоящий стимпанк. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится костюмчик. Помрем изысканно. Ладно, нам как бы надо открыть вход, так? Насколько я помню, везде одинаковые. Отлично, откройте, пожалуйста, проход. Откроем эту дверь. А, нам ничего не угрожает. Так. Изучить. Объявление о розыске. Описание без руки. Подозреваемый спящий агент. Найти подтверждение или опровержение доказательства. Немножко нестандартное. Вы не находите? Так, а это что у нас?
Паспорт Анаи. Анная Патель. 28 мая 1855 год. Индия. Бомбей. Технический лаборант. Бессрочный. БО-8554 Индия. Ну ладно. Ну что ж, давайте открывать. Ой. Да нет. Ну ладно, с другой стороны, это тоже надо. Ага, вот он. That should do it. Now to find Ada. Поехали отсюда. Ага. Ключ-карта от лифта. Потерянный ключ-карта парадного лифта Гелиуса. Ну, поехали. What the hell? Hey! Hey! Shit! Ой, да пугал-то как! Ой, уже целый час с вами играем. Я немножко взбодрился, если честно. Реально, я уже этот уровень проходил. То есть, но атмосфера настолько гнетущая. О, пусть будущее расскажет правду и даст оценку каждому в соответствии с его трудами и достижениями. Настоящее принадлежит им. Будущее, ради которого я работал, на самом деле мне. Никола Тесла. Гелиус на самом деле является чудом, крупнейшим судом, когда-либо спускавшимся на воду. Ничего не успевай. Ну, поставьте на паузу. Глава вторая. Огонь Прометея. Давайте тогда мы с вами пока... Я сейчас нажал на главное меню. Хочу немножко сохраниться, прийти в себя. Я думаю, будем проходить с вами по одной-две главе. Все зависит от по времени. Но в целом мне очень понравилась игра. Она реально атмосферная и пугает до сих пор. Да-д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 а. То есть, реально, игра жуткая. Глава вторая. Огонь Прометея. Мы, видите, пролог и главу 1 прошли. Гениальная ада, владение Гермеса, огонь Прометея. Ну, видимо, сегодняшнее прохождение я назову гениальная ада во владении Гермеса. Ну, по-другому я не знаю, как это назвать. Но реально, мне игра очень понравилась. И думаю, наверное, будем продолжать с вами играть ее на джойстике. Ну, по крайней мере, вот так я буду делать. Посмотрим. Ну... Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, то... Благо, я не забыл это сказать. Лайк этому видео. Комментарий ваш в обязательном порядке. Опишите, как вы думаете, вот эта атмосфера, вот нравится, не нравится. Мне хочется узнать ваше мнение. Продолжать, не продолжать. Я вот буду проходить, ну... Мне интересно ваше мнение, интересно, неинтересно. Ну, что вы думаете? Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы быть в курсе о дальнейших видео, а также подписаться в Дискорде и ВКонтакте, ссылочки найдете в описании. Ну а с вами был Альберт Вескер, глава Umbrella Tech Incorporated, не шпион Эдисона, я за Теслу, я за Никола Теслу. Реально, я ненавижу Эдисона, тот еще мудик был. Ну и, конечно же, всем удачи на Гелиосе, увидимся с вами очень скоро. Пока-пока-пока. Еще увидимся.